Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите шоу «Это Контра Сити». В этом очередном видео мы с вами, как всегда, попадем на какой-нибудь сервер и поможем сотрудникам. Выберем команду за красных или за синих. Но сегодня, скорее всего, наша команда будет красная, поэтому давайте начнем. Не буду никак переодеваться, это пустая трата времени. Как вы видите, у меня игра на весь экран, и это куда удобнее, да? Ну что ж, давайте начнем, жмем в бой. Нас, как обычно, перекидывает на какой-нибудь сервер, вот на этот. Да. Красивый, кстати, город, если это, конечно, город. Так. Сегодня мы играем за красных, во-первых, их меньше, во-вторых, очередь как раз-таки этой команды, так как в прошлом видео мы играли за синих. Ну, давайте начнем. Так. Реально очень удобно теперь то, что на весь экран у нас видео. Смотрите, а тут никого еще нет, кстати. Так, ты наш, да? Все нормально. О, номерок, что ли? Да, похоже, это номерок. Смотрите, без меня тут еще ничего не случилось. То есть я зашел, это чистый сервер, на нем еще никого нет. Ну, это я так сказал. На нем есть люди, но просто еще никто ни в кого не стреляет почему-то. Вон, слышу лай собак. Так. Так, это номерок, да? Так. Не, ну я так чуть не понял. Так где все-то? Ой. Так. Блин, извините. Слышу лай собак. А где все, я не знаю. Так, вот номерок. Написал мне что-то. Да, в принципе, симпатичный город. Вообще. Жалко, тут никого нет. Пока только он. А, во! Вот, синенький, где вы? Он нас спрашивает. Все, значит, тут уже кто-то есть. Значит, можно пострелять. Так. Смотрите, выход. Вот их база. Так, 1-0 в их пользу. Ну, хоть что-то началось, слава богу. Так, 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 так. Оп. Запрыгиваем. Все-таки Есть. Один готов. Теперь я знаю, где их базы и где они появляются. В принципе, это было очень... О, господи, давай пошел. Блин. Защитник. Не, ну это было хорошо. То есть, все, мы можем начинать нашу войну. Пошли. Так. Блин, опять. Извините. Не туда нажимаю. Путаю кнопки просто. Так. Где они? Вот их выход. Снова та вывеска, если вы ее только что видели. Так. Блин. Мы друг друга напугали. Так. Это означает, что мы здесь. Блин. Все. Начинаем войну. Не понимаю, почему я все время с дубинкой появляюсь.
А еще не понимаю, почему ты так быстро... Почему я так медленно хожу? Так, ты наш. Пошли. Есть. Готово. Простите, что я все время говорю слово «есть», просто не нахожу других слов. Так. Если он стреляет, то значит, там кто-то есть. Кто это был? Так. Черт. Используем базуку. Ай, все. Ах, вы обманщик, а? Скрылся от меня. Вообще ненормально как-то, не понимаю. Так, я слышу обстрелы. Куда бежать? Я в тупике. Ладно, шучу, друзья. Это меня зовут? Вот. Ай, ёлки. Опять он, что ли? Как он меня нашел? Ладно, я опять пошутил, друзья. Он увидел, куда я побежал. Но я имел в виду, как вообще он так успел быстро добраться, если здесь бегать нельзя. Хотя, может, и можно, я не знаю. О, это наш вроде. Так. Ай-яй-яй. Чувствую, как мои жизни сильно тратятся. Я уже испугался, если честно. Жалко, что нас мало. Так, ой. Так, 12.5. Ну, нужно подтягиваться на самом деле. Так, а вообще сколько людей на сервере? Нас двое. А он один, что ли? Нас делает. Ну это вообще ни в какие рамки. Фу, получилось. Так. Не, ну смотрите, это элементарно. 12.6. Ой. Это уже какой-то другой. Неважно, какой, главное бежать, так сказать, на войну. Так. Блин, да я, честно говоря, устал их искать. Чё такой большой сервер, я не понимаю. Ага, отлично. Опять в два раза. Они выигрывают нас в два раза.
Ну, не знаю, отомстит ли он мне или нет. Так, а что у нас под номером 5? А, дробовичок. Так, Жиськи. Сбежал с поля боя. Такой игрок, а, сбежал. Жалко. Жалко, конечно. Наверное, потому что я его в последний раз победил. Но все равно тут остался кое-кто. Поэтому нам надо этого кое-кого, так сказать, победить. Он один, нас двое. И мы не можем его победить. Ух ты, смотрите, прикольно. Бронька. Или что это? Ладно, я сейчас говорил о том, что он один, а нас типа двое, и он еще и выигрывает нас, так сказать, в два раза быстрее, или как это еще можно назвать? Как эту картину еще можно назвать? Так. О! Кажется, кто-то кого-то избивает. Так, 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 это наша база, надо идти скорее. И он сбежал. Осталось один на один. Да, один на один, точно. Ну, тут мне придется, конечно, очень постараться. Так. О. Ну я-то не сбегу с поля боя, да и тем более, я проигрываю, как вы видите. А уже, так сказать, раунд на исходе. Так. Что это было? Ай-яй-яй! Все, у меня... Боже мой! Добил! Так, будем мстить? Все, месть, отлично. Супер. Он меня и я его, это хорошо. Да и тем более мы играем один на один. Проверка силы, как говорится. Он один выигрывает, ну а я проигрываю. Кстати, я тоже один, если вы заметили. Все срусили и сбежали. Я один, я не струшу, потому что я хочу, чтобы вы меня оценили. Оценили, поставив лайк этому видео. Ай. Зачем оно вообще перезаряжать оружие, я не понимаю. Так, все, используем дробовичок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну где этот паренек? Он здесь. Так, он меня опять заметил. Да, он здесь. Я тень его видел. Ну, с кем не бывает. Тем более, как я уже сказала, мы играем один на один. Так. И поэтому мне надо отомстить. Я почти его победил. Или это новенький? Ну все, переходим к крайним мерам. Используем базуку. Так.
Так. О, опять он меня увидел. Просто стреляет. Он же не может просто так пульки тратить. Попал, что ли? Куда он делся? Куда это он мог так скрыться, а? Броня? Золотая! Оу! Ух ты! Какая кольчуга, а? Отличненько! Так. Месть. Странно, что он не стрелял. Все. Но это было чересчур легко. Я не знаю, тут даже начинающий игрок бы его сразу победил. Это я просто не знал, куда жать. О, а время-то истекло. Но он все равно победил. Но я думаю, нет никакого смысла продолжать видео, потому что и так уже все понятно, то, что я проиграл на этот раз, извините меня, друзья. Но все равно, это была неравная борьба, потому что нас и до этого уже, так сказать, добивали. Ну, я так немножечко поднес очков, тем более, если вы заметили, в большом городе, ну, на этом сервере, на этом большом сервере нас было только двое, один на один. Я от своих, за красных, и он за синих, один на один. А в городе пустота. И мы полчаса себя искали, и кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Ну да ладно, значит, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки этому шоу, если вам нравится, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачи, смотрите почаще шоу «Это Контра Сити», всем пока!